«Дети в городе» и рубрика «Здоровье и красота». Как каждый солдат мечтает стать генералом, так каждый мальчишка мечтает опробовать на себе образ брутального мужчины. Поэтому сегодня мы пришли в парикмахерскую «Брутмен», где нам в этом охотно помогут. Идем с нами, будем экспериментировать! Барбершоп «Брутмен» активно поддерживает семейные ценности и вносит свой вклад в укрепление отношений между отцами и сыновьями. На посещение парикмахерской отца с сыном действует постоянная скидка. А по воскресеньям детей ждет сладкий сюрприз, а отцов – дополнительные бонусы. Здесь работают мастера высшего класса, которые прошли обучение на лучших зарубежных курсах. Поэтому им можно смело доверить свой стиль и образ. Как часто к вам приходят семейные дуэты? Семейные дуэты приходят каждый день, особенно их много по воскресеньям. Этот день закрепился даже как день семьи. Можете ли вы создать образ нуля для тех, кто еще не определился со стилем? Да, безусловно. Мы подбираем индивидуально стиль под каждого клиента, основываясь на его предпочтения. А также стиль зависит от индивидуальных черт лица и типа волос. А также немаловажную роль играет характер человека. Подскажите, какие стрижки модны в этом сезоне? В данном сезоне, как и в прошлом, остаются модные стрижки 20-30-х годов. Чистая классическая форма, совмещая разную длину и текстуру. Актуальна ли еще борода? Ну, этот вопрос чисто индивидуальный, и каждый мужчина сам себе выбирает, носить ему бороду или не носить. Но по опыту скажу, что достаточно много бородачей у нас в городе. Здравствуйте, как часто вы сюда приходите? Здравствуйте, если честно, я пришел сюда первый раз. Вам нравится концепция этого заведения? Да. Как вы думаете, влияет ли наличие бороды на популярность мужчин среди девушек? Я думаю, однозначного ответа нет, потому что каждой девушке нравится что-то свое. Каким-то девушкам нравятся парни с бородой, каким-то без. Поэтому тут сложно ответить однозначно. Как вы думаете, влияет ли стрижка на характер человека? Бывало ли у вас то, вставший с вашего кресла, человек будет совершенно другим, более уверенным в себе? Иначе не бывает. Обновление необходимо каждой личности для развития в социуме. Значит ли это, что изменив свою стрижку, можно поменять свою жизнь? Изменив стрижку, вы измените точку зрения, которая изменит многое вокруг вас. «Брутмен» – это клуб для настоящих мужчин, и неважно, какого он возраста. Здесь делают крутого матча как из безбородого мальчишки, так и седоволосого старца. Кстати, о бородах. А знаете ли вы, что до того, как баллотироваться на пост президента США, Авраам Линкольн никогда не носил бороды? Итак, вопрос нашей викторины. Почему Авраам Линкольн отрастил бороду? Ждем ваших ответов в комментариях под видео в нашей группе. Будьте стильными и модными, почаще улыбайтесь. Пока!